Проснулся, не спится, надо покурить. Я вздремнул часок. Смотри. А вот это хозяин набережной. Вокруг него ходит масса легенд. Любое свидание, назначенное под этим платаном, обязательно закончится настоящим романтическим приключением. Перерастающим в это, ну, в любое. А может, и не закончится? Нет, нет, обязательно закончится. Главное выполнить правильный ритуал. Какой? Показываю. Оп! И прикоснуться рукой к платану. Я вот такой грациозный. Как все слоны, но нужно прикоснуться вдвоем, иначе ничего не получится. Так? Да, платан должен видеть ладони. Михаил, вы настоящий романтик? Точно, старый лысый романтик. Ну не могу сидеть без дела. Пойду посмотрю стриптиз. Слушай, что у тебя за дела на стриптизе? Давай прекращай с этим. Пойди лучше вон на море. Охолонись. Там тоже, наверное, стриптиз. А куда мы сейчас идем? Вы знаете, я езжу в Ялту с 1990 года. Мне тогда было всего 24. Аккуратно, ой, здесь галька. Это единственный пляж в Приморском парке, где вечером после 9 вообще никого не бывает. А что здесь можно делать вечером? Ну, для начала пить вино, мускат. Да, можно. Я предлагаю выпить за вас. Первый раз мы с вами увиделись в ресторане, помните? Ну что, вперед! Крму просто волшебное вино. Я знал, что вам понравится. Но оно слегка крепленное, по-моему. А вы никогда раньше не купались ночью в море? Нет. У вас с собой нет купальника? Ну, вы знаете, как-то вечером на пляж не собиралась. Вы знаете, я тоже. У меня тоже нет с собой купальника. И что же вы предлагаете делать? А. Купаемся в одежде. Б. Купаемся без одежды. С. Купаемся. Ты причесываешься, чтобы на море идти? Ну, а куда? Ну что, вперед! Только не подглядывай. На сколько метров отойти? Ну, дальше. Так хватит! Еще дальше! Так хватит! Еще дальше! Почему с кем-то купаются красивые тетки? Кому-то даже и не снилось. Мне вчера снилось. Ну и как? Нормуль. Марина, у меня такое чувство, что я тебя знаю лет 300. Это все из-за моря. На море девушек спасали. Ну тогда, наверное, спасите меня, молодой человек. Ну сейчас спасу. Да не так. Ой, точно, так же не спасали.
Внимание. Объект гостиницы. Готовность номер один. Почему готовность номер один? Они же там до утра задержатся. А, в натуре. Да, отмена, ждем до утра. Тихо, тихо. Соседи спят. Соседи спят. Ничего не могу помочь. Ты живешь? Да. Неплохие хоромы. Сейчас будем пить. Ты готов? Тихо, тихо, волосатый мужчина. Тихо, спокойно. От такого напора соседи просыпаются. Кстати, мужчина, где у вас банк? Два шага прямо и полшага налево. Налево. Должна же она вынести этот чертов чемодан. Какой шут он такой. Ушел от машины. Господи, Марина, ну надо же работать так. Ну что, Глебов, и на твоей улице праздник. Ну что, идем? О, какая ты классная. Ну все, сейчас она его будет кидать. Как? Через плечо? Нет, через окно. Так ведь это сколько шума будет. Ой, блин. Я никогда не слышала, чтобы мужчина так кричал. Это секрет, никому не рассказывай. Ты похож на страшного волосатого зверя. Не боись, самое страшное уже позади. Дай что-нибудь попить. Сейчас. Спи, Мишенька. Ничего личного, ты мне даже понравился.